Основой здорового питания человека являются натуральные продукты. Их выращивание стало отраслью промышленности и важной сферой экономики. Для значительной части населения это главный источник дохода. Специалистам, занятым подобной деятельностью, посвящен профессиональный праздник. Я поддерживаю и поздравляю вас с праздником, с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Желаю счастья, здоровья, конечно же, материального благополучия. И одно из главных в сельском хозяйстве поддержка – это, конечно же, чтобы никогда погодные условия не подводили. Центральной частью праздничного мероприятия стало награждение работников сельского хозяйства. Устюжанку Любовь Алексеевну Маклакову, главного зоотехника предприятия «Северодвинец», в начале октября наградили высоким званием – заслуженный работник агропромышленного комплекса России. Уже порядка 40 лет Любовь Маклакова в сельском хозяйстве. Как признается женщина, это семейная традиция. Ее родители тоже работники этой сферы. Заслуженная награда нашла своего героя. Приятно, очень приятно. Награду мне вручали в Москве. Нам 25 человек нас выбрали, да, государственные награды, которым вручал Медведев Дмитрий Анатольевич. Было очень приятно, как говорится, пожать ему руку, сказать пару с ним слов. Вообще очень такой человек с очень положительной аурой. Начальник управления сельскохозяйственного производства Николай Никипилов рассказал о том, что в этом году из-за дождливого лета урожайность снизилась. Работники сельского хозяйства трудились в непростых условиях. В праздничный день в их честь звучали слова признательности и благодарности от первых лиц района и творческих коллективов Великого Устюга. Юрий Воронин, Максим Колосов, новости провинции.